Уважаемые участники форума, начинается форсайт-сессия. Сумма инноваций. Синхронизация опыта и решений для умной трансформации. Спикеры. Аеша Кханна. Футурист, автор, эксперт в области искусственного интеллекта, умных городов, финтеха и прорывных технологий. Участники панели. Генеральный директор агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев. Журналист, урбанист, сооснователь New Cities Грег Линдси. Профессор городских технологий и планирования, директор Sensible City Lab MIT Карло Ратти. Генеральный директор Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. Старший управляющий директор Роснано Иван Ажгихин. Модератор сессии, директор BCG Екатерина Шапочка. Добрый день. У нас одна из завершающих сессий сегодняшнего дня форума. И она должна быть очень активной, потому что мы будем говорить об инновациях. И это, конечно, тема, которая интересна многим, очень живая. В целом города являются, конечно, прекрасными полигонами для разработки и внедрения инноваций за счет плотности населения, плотности бизнеса, который в них присутствует, и того спроса, который искушенные жители предъявляют к сервисам и инфраструктуре городов. В период пандемии города накопили огромное количество данных, включая данные о гражданах, персональные данные, которые, конечно, сейчас можно капитализировать при определенных условиях. И, возможно, как раз этот период – это период, когда все города, по крайней мере, крупные, станут умными городами. Просто иначе они не смогут больше существовать. И сегодня мы на этой сессии поговорим о том, какие решения технологические будут наиболее популярными в городах, и какие технологии, синергия каких технологий принесет наибольший вклад в развитие человекоцентричных городов, благополучие граждан. Мы также поговорим о том, какие инновации получат наибольшее распространение в период после пандемии, будут востребованы гражданами и бизнесом, и также городской властью. И какая регуляторная база нужна для того, чтобы эти инновации внедрялись, разрабатывались и внедрялись наиболее быстро. У нас сегодня очень интересная панель из спикеров. Я их представлю. Это Аеша Кханна, футурист, автор, эксперт в области искусственного интеллекта, умных городов, финтеха и прорывных технологий. Это Алексей Парабучев, генеральный директор агентства инноваций города Москвы. Это Грег Линдси, журналист, урбанист, сооснователь New Cities. Это Карло Ратти, профессор городских технологий и планирования, директор City Lab. Евгений Кузнецов, генеральный директор Orbita Capital Partners. И Иван Ажгихин, управляющий директор Роснано, старший управляющий директор Роснано. Я предоставляю слово нашему первому спикеру Аеша Кханна. Пожалуйста. We can't hear you. Мы вас не слышим. Прошу прощения. My word.
Именно этим мы и занимаемся. Ну а теперь давайте обратимся к Китаю. У них тоже есть такое представление, у них есть город будущего. Они очень много инвестируют в развитие городов. Но знаете, что интересно? Когда они разрабатывают модель умного города, они думают о том, чтобы сделать его устойчивым к будущим пандемиям. А за счет чего это достигается? Создаются гиперлокальные города, как бы города внутри города. А все, что вам нужно, должно быть расположено очень близко к дому. Это можно представлять себе как квартал. На самом деле это такая община, очень компактная. Там можно и работу найти, там можно найти какие-то пространства, которые можно использовать, если, допустим, у вас что-то в доме случилось. Там можно выращивать какие-то овощи, там есть детские сады. И есть какие-то места, где можно отдохнуть вечером. Это такая полностью функциональная модель, очень устойчивая. Именно к этому и нужно стремиться. Но мы не хотим, чтобы опять случилось такое, как было во время этой пандемии, когда разорвались производственно-сбытовые цепочки, когда не было возможности ездить и так далее. Что для этого нужно? Для этого, во-первых, нужны технологии. Нужно добавить цифровой слой поверх имеющейся физической инфраструктуры. Вот это и называется умный город. Но давайте взглянем немного глубже. Я приведу вам несколько примеров. Что будет происходить в будущем с умными городами? Например, не каждый город будет строиться с нуля, как вот тот город в Китае, про который я говорил. В основном это обновление городов, то есть у вас уже есть город, и просто вносятся какие-то изменения, коррективы с тем, чтобы сделать его устойчивым. Например, вот эти три башни в Токио, они были переоборудованы. И при этом делается так, чтобы по всему зданию можно было перемещаться, ни к чему не прикасаясь. Используется искусственный интеллект, распознавание лиц, распознавание голоса, биометрия. Можно разговаривать с лифтом, не нужно нажимать никакие кнопки. Лифт все понимает. Не нужно ни к чему прикасаться. Все закодировано. Все распознается. Это, во-первых, безопасность. Во-вторых, это ограждает вас от ненужных контактов. Это защищает ваше здоровье. Это следующий шаг в системах управления зданиями. Теперь посмотрим на сами здания. Здания будут уже не просто помещением, где мы живем или работаем. Очень важно обеспечить продуктовую безопасность. Правильно? К 2050 году 80% всей пищи будут потребляться именно в городах. Поэтому нужно развивать такие вертикальные фермы. Фермы, огороды должны стать частью здания. И даже внутри дома мы будем все больше и больше выращивать собственные овощи. Что для этого нужно? Датчики, искусственный интеллект, которые определяют, когда растение нужно поливать, когда ему нужно давать солнечный свет или какой-то другой свет, чтобы овощи хорошо росли. У нас в Сингапуре, если пойти в продуктовый магазин, там, конечно, большой выбор свежих овощей, которые были выращены именно в таких системах. И я могу выбрать себе шпинат или что-то еще. Почему это так важно? Знаете, у нас в Сингапуре мы еду в основном импортируем. Так вот, теперь мы решили, что как минимум 30% продуктов питания должны производиться местно у нас в Сингапуре. И это будет возможно только если мы будем использовать подобные технологии.
Теперь несколько слов по поводу образования. Образование очень сильно переехало в онлайн за время пандемии. И, конечно, это очень здорово. Теперь появились новые технологии. Раньше это были в основном лекции. Теперь у нас есть новые платформы. Это один из основателей Coursera. Coursera, вы знаете, одна из самых известных онлайн-платформ. Как можно сделать образование более интерактивным, так чтобы это было интереснее для учащихся? То есть вы заходите на сайт, но потом вы можете образовать небольшую группу с другими учащимися, где у вас есть возможность пообщаться между собой, а учитель подходит то к одному столику, то к другому. К виртуальному столику, я имею в виду. В онлайне, конечно, людям не хватает человеческого общения. Но, с другой стороны, я считаю, что это очень хорошее дополнение к традиционной системе образования. Так что в будущем, я считаю, образование будет работать в гибридном формате. Сейчас большую часть мира составляют растущие рынки, растущие страны. Индия, Нигерия, Бразилия и так далее. Для них очень важно, чтобы люди имели возможность получать качественное образование, не платя за это бешеные деньги. Поэтому необходимо развивать сети 5G и платформы, где у людей будет возможность получать качественное образование. Это будет по-настоящему важно. Теперь поговорим по поводу работы. Опять-таки, сейчас ведется активная дискуссия. Некоторые банки, Морган Стэнли, они говорят людям, чтобы они возвращались в офис. Пандемия закончилась, выходите все обратно на работу. А некоторые компании, Twitter, Microsoft, они поняли, что теперь можно работать и из дома. Теперь у людей гораздо больше свободы. Можно на Гавайи уехать или куда-нибудь на какой-нибудь остров в Карибском море. И люди начинают работать лучше, и ощущения от работы лучше. Появляются новые платформы, где используется виртуальная или дополненная реальность. Вы сами видите, когда вы заходите в виртуальную реальность, вы там видите только какие-то аватары, какие-то нарисованных персонажей, но теперь у людей есть возможность общаться, они видят выражение лица именно так, как это у реального человека происходит. Более того, сейчас искусственный интеллект позволяет нам слышать голос, мы слышим либо слева, либо справа, то есть именно оттуда, где человек как бы сидит за столом. Более того, скоро у людей будет возможность использовать специальные перчатки. Вы можете пожимать виртуально друг другу руки, и вы будете чувствовать крепкое рукопожатие вашего собеседника. Apple решил, что для них это будет следующий большой шаг вперед. У них уже сейчас по всему миру миллиарды устройств. Я думаю, что в ближайшем будущем нас всех ждет переход в дополненную реальность. Что это значит? Что, наконец, у нас появится возможность использовать дополненную реальность для того, чтобы переработать пространство, в которых мы существуем, во что-то многомерное. Приведу один пример. Конечно, многим из нас не хватает походов в спортзал. Но очень легко ведь можно организовать что-то подобное и дома. Посмотрите, здесь у вас как бы что-то типа зеркала. Вы можете использовать цифровые инструменты, цифровые штангу или гантели. И мы знаем, что многим людям необходим тренер, инструктор, который вам говорит, какой вес вам взять и что делать. Но теперь у искусственного интеллекта есть компьютерное зрение. Он будет следить за вашей спортивной формой и говорить вам, какой вес выбрать, и мотивировать вас для тренировки. Это всего лишь один пример. Это пример со спортзалом, но таких примеров очень много. Все это подводит нас к мысли, что если мы хотим
жить в такой удобной среде, то нужно, чтобы все находилось как можно ближе к нам. Детский сад, спортзал, магазин, все. Это спасет нас от необходимости много времени проводить в дороге. А этот обновленный дизайн зданий позволяет доставлять все необходимое при помощи квадрокоптеров. Квадрокоптер сможет подвозить вещи к вам на балкон, и какой-то робот, сейчас уже такие роботы существуют в разных странах, может принять товар от квадрокоптера, от дрона. Это будущее умных городов. Может быть, летающих машин у нас в самое ближайшее время и не появится, но, тем не менее, мы работаем с одним немецким стартапом, он называется «Волокоптер». Уже пару лет мы с ними работаем вместе, и как раз они сейчас разрабатывают такие летающие такси. Через 3 года мы вполне можем ожидать, что у нас уже будут такие летающие такси. И это будет устойчивый вид транспорта. Они смогут перемещать до 2 человек по воздуху. Для сингапурцев очень важны некоторые вещи. В частности, я уже говорил о том, что для нас важен вопрос продуктовой, пищевой безопасности. Мы хотим выращивать собственные продукты питания. И как многие страны, ну, мы тоже нуждаемся в помощи. В частности, вот есть этот робот Boston Dynamics, полицейская собака. Я понимаю, что не всем людям это понравится, не всем хочется, чтобы какие-то роботы ходили среди нас и следили за порядком. Но, тем не менее, власти Сингапура постоянно думают о том, как сделать жизнь легче для горожан. В частности, был разработан личный помощник для каждого гражданина, который использует искусственный интеллект. Например, если я, мои дети, внуки, когда у меня будут внуки, как только они родятся, им власти назначат личного персонального помощника. Они смогут не просто пользоваться всеми государственными услугами, так как это сейчас делается в Москве и во многих других городах. Более того, искусственный интеллект будет заранее думать, что вам сейчас нужно, и этот помощник будет вам при помощи искусственного интеллекта помогать, предупреждая ваши желания. А людям не нравится бюрократия. Все, о чем я сейчас говорила, все это направлено на то, чтобы людям было легче жить, повысить качество человеческой жизни. Все это делается не для того, чтобы люди жили какой-то автоматической, роботизированной, замкнутой жизнью. Нас, Сингапур, называют умной нацией. Почему? Потому что мы хотим построить такое место, где процветает человеческий дух. Но мы говорим не только о богатых странах, не только о развитых странах. Когда появляются новые технологии, у нас появляется возможность помогать людям, даже в таких местах, как Африка. Вместо того, чтобы ехать в больницу, а больница, может быть, где-то далеко, может быть, целый день нужно ехать или 8 часов, теперь вы можете сделать ультразвук, скажем, если вы беременные, или есть подозрение на опухоль. Теперь ультразвук можно сделать вот так, в полуудаленном режиме. Медсестра приходит к ребенку, и искусственный интеллект позволяет определить, есть ли у него в организме какие-то проблемы или нет. Опять же, это сокращает время оказания услуг и делает их более демократичными. Это очень сильно экономит время людей. Для людей это исключительно важно. Теперь поговорим о работе, о рабочих местах. Что будет происходить в плане работы?
Знаете, на Всемирном экономическом форуме было сказано, что искусственный интеллект, появление роботов и так далее. Все это приведет к тому, что количество рабочих мест будет сокращаться, люди будут терять работу, и 85 миллионов человек потеряют работу. Но я вам хочу сказать, что, с другой стороны, эти роботы создадут 97 миллионов новых рабочих мест. Конечно, сложно сказать. Точно пока никто не знает, станет рабочих мест больше или меньше. Но я знаю, что автоматизация меняет ситуацию с работой, и нам нужно к этому приспособиться. Приведу один пример. Сейчас в цифровой терапии появилась новая область. Если у вас случился сердечный приступ, какова вероятность, что вас привезут в больницу? Допустим, вас из больницы выпишут, а потом вам придется снова возвращаться в больницу, потому что у вас случится рецидив. Но сейчас в Сингапуре появилась новая компания, которая разработала специальный монитор, который отслеживает 20 различных параметров вашего организма, собирает информацию от разных пациентов, там порядка 10 миллионов единиц данных, и она заранее анализирует ваше состояние и предупреждает вас о том, что есть какие-то проблемы до того, как вам нужно будет снова госпитализироваться. Это называется цифровая терапия. И когда-нибудь наступит такой момент, что можно будет обходиться без докторов. Нужно, чтобы FDA в Америке одобрила эту технологию, чтобы теперь уже все могло автоматически происходить, и лекарство могло назначаться без участия человека-врача. Конечно, вы можете меня спросить, а чем будут заниматься врачи? Врачи все равно будут нужны, они будут делать операции, они будут определять стратегию лечения, они будут нужны, чтобы решить, как позаботиться о больном. Но только врачи должны научиться работать с новыми инструментами, с использованием этих новых платформ. Вот что будет происходить с профессиями. Я вижу это каждый день, когда мы создаем новые платформы. На Всемирном экономическом форуме было сказано, что 50% людей должны будут найти возможность повысить собственную квалификацию. И это неплохо. Врачи и медсестры не останутся без работы, им просто нужно будет повысить свою квалификацию. И в Сингапуре есть очень много механизмов для этого. Этот человек недавно потерял работу, он работал инженером в одной авиационной компании. Но как только он потерял работу, правительство направило его... У нас есть специальные центры трудоустройства для всех людей, которые остались без работы. Ему предложили на выбор несколько вариантов. Предложили пойти работать в компанию, которая занимается трехмерной печатью. И если он согласится на эту учебу, то тогда правительство оплатит ему 3 месяца учебы, и потом он сможет работать уже по новой специальности. Я недавно с ним разговаривал, он узнал для себя много нового. Он понимает, что, может быть, зарплата у него сейчас будет не такая высокая, как прежним, но, по крайней мере, у него теперь есть возможность продолжать свою жизнь. Город не бросил своих горожан. Город помог им встать на ноги, преодолеть трудности. И это очень важно. Когда появляются новые технологии, вы можете думать об экономике, вы можете думать о людях, но обязательно нужно помогать и поддерживать людей. Перехожу к последнему пункту. Есть риски. Цифровые технологии всегда несут с собой какие-то риски. Люди теряют работу. Они чувствуют себя в опасности, что кто-то похитит их личные данные. Все эти риски, их нужно предупреждать. С этим что-то нужно делать. А если вы этого не сделаете, то вы не сможете использовать умные технологии, интернет вещей, компьютерное зрение и так далее, и так далее. Об этом, обо всем нужно позаботиться. Настоятельно
вам советую посмотреть на Netflix один фильм, который называется «Coded Bias». Там показано, как те данные, которые мы вносим в компьютерную систему, могут быть неправильно использованы, как они влияют на алгоритм. Предположим, есть люди разных рас, и вы, допустим, подойдете куда-то, а вас не пропустят полицейский, охранник и так далее. Поэтому сейчас в Евросоюзе принято новое правило по поводу искусственного интеллекта и тех рисков, которые он с собой несет. И те компании, которые не соблюдают это правило, они будут оштрафованы 6% от выручки. И что-то подобное произошло с Амазоном. Они использовали искусственный интеллект, и искусственный интеллект на технические виды работы выбирал мужчин, а не женщин. Я вам хочу сказать, что я возглавляю компанию, которая занимается искусственным интеллектом, и женщины в этом плане ничем не уступают мужчинам, так что со стороны Амазона это было абсолютно неправильное решение. И потом выяснилось, что их программа отдает предпочтение мужчинам. Итак, всегда бывает. Поэтому здесь необходимо государственное регулирование. Было выявлено такое предпочтение, нелегальное предпочтение, благодаря открытой библиотеке IBM. Для нас это очень важный вопрос. И на уровне Европейского Союза были приняты меры против этого. Нужно спрашивать у людей. Видите, это та же самая собачка, которую я вам показывала, патрулирующую улицу в Сингапуре. Но в Нью-Йорке люди сказали, ни за что мы не согласимся, чтобы по нашему городу ходила такая собака. Но некоторые говорят, надо было просто правильно людям все объяснить, дать им возможность покормить эту собачку. Но хорошо, какие-то люди не согласятся на это, и нужно уважать их право на их собственное мнение. Вот об этом сейчас и ведется общественная дискуссия. Это тоже важный момент. Умный город — это не только технологии. Умный город — это новый контракт, новое понимание между жителями города, компаниями и государственными органами, которые предоставляют технологии, которые вроде бы должны были помогать людям, но у людей есть какие-то вопросы. На эти вопросы необходимо отвечать. Нужно объяснять людям, что будет с их информацией, с их данными, что они будут в безопасности. Европейская комиссия, у них есть целый ряд инициатив по поводу защиты данных, по поводу искусственного интеллекта. Пока что это не имеет юридически обязывающей силы, пока что это носит характер рекомендаций. Они говорят об ответственном отношении. И другие страны копируют их в этом плане. Ну что ж, пришло время заканчивать, и я хотел бы в конце сказать про один момент, который мне лично очень-очень дорог. Хочу показать вам фотографии этих девушек. Это подростки. А я занимаюсь благотворительной деятельностью. Я рассказываю девушкам про искусственный интеллект в Сингапуре. Это представители самых разных областей. Кто-то бухгалтер, кто-то студент, кто-то занимается еще чем-то. И когда я начинаю им рассказывать, они начинают нервничать. Искусственный интеллект, роботы, виртуальная реальность. Они говорят, ну а какое отношение к нам все это имеет? Но потом прошло 10 недель. Мы занимались по 3 часа каждую субботу. Я им рассказала просто какие-то базовые понятия искусственного интеллекта, как мы можем решать разные бизнес-задачи при помощи искусственного интеллекта. Я им рассказала, как сделать так, чтобы искусственный интеллект оставался этическим, соблюдал принципы этики. И у них открылись глаза, они понимают теперь, что будущее за искусственным интеллектом. Посмотрите на их лица, теперь они чувствуют себя спокойными и уверенными. Именно так должен себя чувствовать человек, когда он имеет дело с новыми технологиями. Поэтому я очень рада, что у меня есть возможность участвовать в этой дискуссии, в этом форуме, говорить об этом с вами. И я думаю, надеюсь, что все мы будем приветствовать эти технологии, но делать это открыто, прозрачно и ответственно. Спасибо. Большое спасибо. Хотелось бы вам задать вопросы, но, к сожалению, у нас осталось полчаса и еще 5 спикеров, поэтому я буду двигаться. Спасибо. Прекрасное и очень вдохновляющее выступление. Очень много нового. И будем надеяться, что мы увидим эти инновации в ближайшем будущем в городах. У меня вопрос к Алексею Парабычеву. Насколько вы увидели Москву
вот в этом будущем, в ближайшее время? Или вы думаете, что Москва немножечко другой город? И какие в целом планы у Москвы вот в отношении инноваций? Спасибо, Екатерина. Ну, мне представляется, Москва, наверное, в полной степени отражена вот во всех пунктах. Я специально записывал. Мне особенно понравился первый тезис про COVID-proof cities, то есть города, которые оберегаются от различных элементов пандемии. И, наверное, все, что касалось бесконтактной экономики, специальных автономных бесконтактных зданий, систем, которые помогают повышать уровень компетенций, собственно, людей, которые по понятным причинам находятся в ситуации экономической трансформации, да, теряют свои привычные формы занятости и должны адаптироваться к новым форматам. Дроны, по сути, вот все эти элементы, это то, что сейчас стало предметом либо активного тестирования, либо уже внедрения в городе Москва. И я думаю, что особенно вот последний пункт, это вопрос, касающийся системами управления, связанными с искусственным интеллектом, он абсолютно актуален для Москвы сейчас, потому что Москва — это огромный центр, который агрегирует массу данных, а это данные, связанные с ростом городской экономики, данные, связанные с различными транзакциями, которые происходят в городе. И система управления на основе данных, управление на основе инцидентов и система прогнозирования на основе данных — это, очевидно, тот следующий шаг, собственно, который сейчас трансформация происходит именно в этом направлении, которым сейчас город двигается. Спасибо большое. Как вы считаете, что вот может стать тормозом для активного развития цифровизации, инноваций в городе? У меня есть два варианта ответа. Может быть, я не попаду, но, может быть, у вас будет свой ответ. Первый вариант ответа — это, собственно, финансы. Да? То есть мне кажется, что до сих пор одной из проблем развития умных городов было то, что мы не понимаем, кто за это, в конце концов, должен платить. И как бы инвестиции нужны большие, но ляжет ли это на потребителей, готов ли к этому потребитель — это вопрос. Второй вариант ответа у меня — это цифровое доверие. Насколько мы как бы готовы вот к этому новому ландшафту, да, который дают нам в том числе и большие данные. Ну, мне кажется, что второй пункт, он более значим. Я всегда в этом плане привожу один очень грубый, но такой прекрасный пример готовности людей к инновациям. Это, мне кажется, один из ключевых вопросов. Особенно вот очень показательное выступление, это касалось технологий искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, которые уже сейчас курсируют по улицам города, и насколько люди, в принципе, готовы пользоваться этими сервисами. Прекрасный пример, когда только начинался эксперимент по платным парковкам в городе Москве, в одной из зон на востоке города были установлены первые паркоматы, через которые можно было оплачивать. Как бы прошла ночь, и на утро увидели, что паркомат разломан. Собственно, но вот это показатель такого вот лудизма 21 века, когда инновации, вообще все новое вызывает сначала агрессию. Поэтому это означает, что для нас, как для представителей инновационного блока внутри правительства Москвы, огромная задача именно коммуникации, донесения и работы с жителями, работы с разными категориями для того, чтобы показать, что на самом деле это не угроза, это возможность, и дать инструменты воспользоваться этой возможностью. Спасибо, Алексей. Я представлю тогда нашего следующего спикера, господина Карла Ратти. Господин Ратти является не только архитектором, но и главой Sensible City Lab. Это инновационная лаборатория, которая использует и цифровые технологии, и большие данные для разработки решений, аналитики и так далее. Господин Ратти, скажите, пожалуйста, насколько вам просто добывать данные вот в современной ситуации, добывать, использовать, и какие в этом вы сейчас видите барьеры и решения? Спасибо.
Так, мне говорят, что Рати пропал из ума. Хорошо. Мы пока тогда к другому спикеру обратимся сейчас, но вернемся тогда к господину Рати. Хорошо, тогда давайте предоставим тогда слово Грегу Линкси. Грег, вы тоже один из известных людей и теоретиков, и практиков развития городов и умных городов. Скажите, пожалуйста, какие потенциальные возможности и барьеры вы видите для развития умных городов сейчас? Thank you for having me here today. Благодарю вас за приглашение, за очень интересные презентации, которые я мог сейчас прослушать. Давайте обратимся к выступлению Аиши, и она говорила сейчас, что, например, Китай хотел бы создать вот такие особые ковидоустойчивые районы. И когда мы думаем о будущем развития умных городов, нужно принять во внимание определенные уроки пандемии, заделы. В Китае их называют лидерские IQ. В принципе, это некие группы граждан, которые используют инструменты коммуникации, определенное программное обеспечение, будь то текстовые сообщения, в Китае это WeChat или инструменты продуктивности Google Docs или Slack или подобные инструменты, в принципе, для того, чтобы создать некие коммуникационные структуры, для того, чтобы кому-то привезти еду, чтобы помочь каким-то пожилым людям, привезти продукты питания или создать и открыть какие-то клиники по вакцинации. Мне кажется, это интересно, ведь когда мы думаем об умном городе, очень часто мы думаем, какие решения предоставит частный сектор, какие меры регулирования ведет государство. А что, если будут такие мобильные группы, общественные группы, когда люди будут формировать собственную такую систему обороны, может быть, можно сказать, во время локдаунов и в случае наступления будущих пандемий. Мне интересно, как мы можем визуализировать вот такие сообщества, такие инструменты. Я проводил интервью, например, с людьми в США, и очень часто такие инструменты умных городов доступны им, ну, например, группа в Фейсбуке, какие-то чаты, инструменты, номера телефонов, простые инструменты, которые позволяют людям коммуницировать, общаться и затем создавать какие-то общности. Поэтому это размышление о том, что можно сделать в плане самоорганизации, каким образом можно подготовиться к таким вещам. Если говорить о Канаде, США, например, 100 лет назад эмигранты из России, из Украины, они создавали внутренние эмигрантские группы, такие социальные институты, когда люди, которые приезжали, новички, приезжали куда-нибудь в Нью-Йорк и просто помогали друг другу. Как это будет выглядеть в формате умных городов, когда у нас будут определенные какие-то продукты, будь то страховые продукты или какие-то другие решения, которые помогут людям получить доступ к таким ресурсам, например, обретение новых навыков или что-то еще. Как создать такие институты гражданского общества с заделом на будущее? Сейчас мы с моей командой в MIT работаем в нашей лаборатории как раз по этому направлению. Мы работаем с Биеннале, и мы называем это открытые коллективы. Предпосылка здесь такая, что когда вот коллективы раньше это были какие-то формальные институты, в Израиле это были кибуцы, например, но сейчас возникает возможность создавать такие коллективы, которые это группа людей, которые живут рядом друг с другом, которые как бы встроены в канву города, но вместе с тем это некие цифровые структуры, когда люди общаются друг с другом онлайн. Как создать и онлайн-инструмент, и физическую архитектуру, которая сможет создавать вот такие сообщества. Поэтому в нашей лаборатории мы занимаемся именно этой темой. Это интересная траектория, о которой не так много мы говорим в нашем дискурсе об умных городах. И сейчас пандемия ускорила, несомненно, эти процессы. Мы видим, что это, несомненно, очень интересный потенциал. Поэтому остановлюсь здесь и передаю вам слово. Большое спасибо. Как вы считаете, нужно ли каким-то образом правительством, федеральным правительством, правительством городов развивать и поддерживать вот эти группы, о которых вы сейчас говорили, способствовать развитию сетей, которые помогают друг другу и развивают, собственно, и технологии, и информацию, делятся информацией. Спасибо. Yes, quickly, absolutely.
Да, я кратко отвечу. Именно так. Есть несколько городов, которые уже думают в этом направлении, предоставляют определенные платформы, инструменты, чтобы были такие группы самопомощи. И, например, Code for America — это технологическая организация в США, которая помогает местным сообществам и правительствам создавать такой инструментарий и показывают, как его использовать. Кроме того, есть еще одна группа, забыл название, но ее основал бывший главный специалист по технологиям федерального правительства. Они тоже дают такие программные продукты с открытым исходным кодом, поэтому, несомненно, эта работа ведутся, поэтому вот такие умные системы и правительство будут создавать муниципальные версии, скажем так, данных программ, которые затем можно использовать уже по назначению. Спасибо. Коллеги, Карло, к сожалению, Ратти не будет с нами на этой сессии сегодня, но я вначале не представила одного из спикеров. Это Роберт Льюис Литтингтон, руководитель отдела городского законодательства ООН «Хабитат», простите меня, но он с нами и будет чуть позже тоже выступать. Я хотела сейчас предоставить слово Ивану Ажгихину. Иван, вы представляете компанию «Роснано», и компания известна тем, что развивает, инвестирует в развитие прикладных технологий, и в частности, я думаю, что здравоохранение — это одна из очень актуальных, да, тем для вас сейчас. Пожалуйста, расскажите нам, что вы планируете и делаете уже сейчас в этой области. Спасибо большое. Да, добрый день, Екатерина, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо тоже за возможность принять участие. И Аиша уже также упомянула, что, безусловно, здравоохранение и все, что связано с технологиями, которые позволяют улучшить качество жизни нашего населения, это, безусловно, технологии, связанные с медицинской индустрией. Прежде чем перейти к небольшому ответу на вопрос, я бы попросил запустить видео, буквально 50 секунд, которое даст нам такой тренд наших технологий, которые сегодня присутствуют. И там будут некоторые комментарии на русском, я думаю, будет всем все понятно. Спасибо большое. Предыдущий год и этот год, безусловно, дал сильнейший толчок в развитии всех технологий, связанных с удаленным возможностью оказания медицинской помощи. И на сегодняшний день понятие телемедицина – это не просто возможность доктора видеть врача, точнее, доктора видеть пациента, а это целая экосистема, которая позволяет с помощью аппаратно-программных комплексов доктору дистанционно диагностировать пациента с помощью искусственного интеллекта, а точнее я бы в медицине пока осторожно к этому относился, говорил о системе поддержки принятия решений, устанавливать тот или иной диагноз. Далее обеспечивать мониторинг в случае необходимости лечения удаленно, тем самым приближая ту самую помощь ближе к пациенту. От того, насколько мы от того, насколько мы раньше сможем диагностировать то или иное заболевание, мы раньше сможем разработать меры профилактики и предупреждения этих заболеваний. И медицина будущего – это в том числе комплекс мер, направленных на предупреждение и профилактику заболеваний. И в данном случае вовлечение непосредственно граждан в технологии здоровья и сбережения – это очень тоже важный момент, и на это влияет вся экосистема города, о которой сегодня уже говорили докладчики. Так, например, создание
парков, где можно людям гулять, заниматься спортом, даже в отсутствии, то, что опять-таки сегодня говорила Аиша, в условиях недостаточного пространства, это как раз те самые технологии, которые позволяют людям вовлекаться в этот процесс. И что немаловажно, конечно же, после того, как если наши пациенты все-таки вынуждены получать помощь в условиях клиники, это, конечно же, технологии умных клиник, смарт-клиник, это технологии home-to-hospital, hospital-to-home, и у нас нахождение пациента становится бесшовным. Он у нас на протяжении всего периода должен получать ту самую необходимую медицинскую помощь, качественную, не в зависимости от того, где он находится, в какой точке города или в ближайшем будущем точке мира. А после того, как эту помощь получил, конечно, важнейший момент становится это реабилитация. И технологии виртуальных, дополненной реальности, это дает дополнительную возможность нашим пациентам, горожанам, как раз-таки получать, в том числе в условиях городской инфраструктуры, создавать зоны, где наши горожане смогут эту помощь получать. И сегодня вот мне понравился один тезис, на предыдущей форсайт-сессии немецкую коллегу спросили, а что же такое города-звезды? Она говорит, города-звезды – это города, которые максимально заботятся о своих горожанах и создают необходимую всю инфраструктуру для их безопасности и качества жизни. И здесь, конечно же, Москва, я считаю, что является одним из лидеров таких городов абсолютно во всех направлениях. Спасибо. Да, спасибо большое. У меня короткий тоже к вам вопрос. Я когда смотрела презентацию, слушала презентацию Аиши, там была история про дроны-доставщики, которые как бы меняют облик домов. Я как раз подумала, вот опять нам надо СНИ поменять. Только что поменяли строительные нормы, и вот опять, да? Очень быстро развивается технология. Есть ли какие-то нормативные законодательные барьеры, которые вот, вам кажется необходимо преодолеть для развития цифрового здравоохранения? Безусловно. На сегодняшний день любое внедрение любого новых инновационных решений и продуктов, оно параллельно связано с совершенствованием нормативно-правовой базы. Потому что новый продукт, он, конечно, будет не вписываться в существующую нормативно-правовую базу, но в этом отношении, по крайней мере, сегодня у нас в Российской Федерации очень четко настроены уже инструменты, которые позволяют достаточно быстро внедрять эти вещи. Пример, та же Москва. У нас появились тарифы на оказание услуг, телемедицинских услуг через тариф ОМС, через страховые компании и так далее. Но здесь точно останавливаться нельзя. Это вообще процесс постоянный. Новый продукт, новое решение, новое формирование нормативной правовой базы, которая это регулирует. И, конечно же, персонализированный подход. Завтра мы говорим уже только о каждый пациент – это индивидуальность. Он должен получать индивидуальное лечение, индивидуальное лекарственное средство, если необходимо, а не там, таблетку из общей пачки, которая непосредственно может приготавливаться конкретно в аптеке для него. Спасибо большое. Я бы хотела передать слово нашему следующему спикеру, Евгений Кузнецов. Евгений, вы представляете корпоративный венчурный фонд, но также вы и как бы известный футурист, скажем так, да, и мыслитель. С вашей точки зрения, может быть, вот и фонда корпоративного, да, и вас лично, что сейчас является главным для развития умных городов, быстрого развития, решения, там, преодоления тех барьеров, которые раньше стояли на пути этого процесса. Спасибо большое. Спасибо большое. Я очень признателен за приглашение, признателен предыдущим спикерам. Практически все поднятые темы уже сейчас для нас, для инвесторов, являются пространством непосредственного действия. К примеру, вот тут приводились разные примеры, разные прецеденты, а я просто перебирал в уме там стартапы, которые мы либо проинвестировали, либо готовимся проинвестировать. Например, у нас как раз есть система робот-диагностики, которая в прошлом году буквально за несколько недель была адаптирована под диагностику так называемого матового стекла, характерных поражений легких при ковиде, и была внедрена в Москве буквально
в очень сжатые сроки уже помогала максимально оперативно диагностировать. Это одна из наших разработок. Другой пример, здесь говорилось об искусственном интеллекте и virtual reality. У нас есть стартап, который позволяет восстанавливать пациентов после инсультов при помощи именно виртуальной реальности, где человек совершает воображаемые движения, и это тренирует его мозг. Очень забавно, но это значительно полезнее не только для больных, но и для здоровых. Например, спортсменам оказалось, можно 9 десятых тренировок производить на футбольном поле, а дома за специальным виртуальным тренажером. И уже несколько футбольных клубов Европы подписалось на наш стартап. Поэтому технологии, о которых сегодня рассказываются, это совершенно никакое отдаленное будущее, это суровое настоящее. И главная задача этого настоящего для каждого города, в моем понимании, быть первым во внедрении этих технологий, потому что на самом деле, чтобы я назвал умным городом, я бы назвал умным городом тот город, который позволяет максимально эффективно конкурировать на глобальном рынке и реализовывать глобальные проекты. Современные умные города – это уже глобальные города прежде всего. И тебе мало организовать жизнь только для своих жителей, тебе надо понимать, как эти жители соотносят себя с другими странами, насколько они связаны с этими странами и так далее. Есть очень забавный пример. В Китае возникла целая культура, такая новая среда под названием Taobao Village. Это такие деревни, в них, правда, могут жить сотни тысяч, иногда миллионы человек, которые через электронную коммерцию включены в глобальный рынок и могут быть на этом глобальном рынке законодателями мод. Например, одна такая Taobao Village обеспечивает почти 60% мирового рынка театральных костюмов и маскарадных костюмов, а другая почти 80% глобального рынка камня, такого обработанного камня для разных необходимых нужд. Это кажется фантастикой, но буквально каждая отрасль, каждый город, каждая сфера деятельности могут и должны быть глобальными. И фактически конкуренция в умных городах сейчас глобальная – это конкуренция решений и внедрений. А, к примеру, Москва, это может показаться удивительным, но стала глобальным лидером в части delivery сервисов. И не только имела одно из самых лучших delivery сервисов, что очень сильно помогло пережить нам ковид, потому что в прошлом году буквально все можно было получить, не выходя из дома, очень быстро и сравнительно, и так же дешево, как ты хотел, мог иметь другими сервисами. Но Россия, Москва сейчас стала поставщиком таких компаний. Вот к нам пришло уже, наверное, спиток таких компаний в Японии, в Африке, в Лондоне. Русские команды создают delivery-сервисы, потому что они научились это делать лучше других, и лучше других знают подводные камни этого бизнеса. Поэтому, в моем понимании, умные города – это те города, которые первые тестируют решения, первые создают на основе их глобальные масштабируемые бизнесы и становятся в этом законодателями мод. Мне кажется, что, с одной стороны, в Москве есть очень неплохие примеры. У нас отлично организованный финансовый, например, сервис, очень удобные расчеты. Практически все уже можно делать не только без кэша, но даже без пластиковой карточки. Я уже перестал ее носить в Москве, она мне уже совершенно не нужна. Но есть много сфер, в которых мы сильно отстаем. Например, вот уже Алексей говорил про дроны. Мы же уже несколько лет назад как бы эту тему пытались как-то подраскачать, и Москва готова была эту тему подраскачать. Но федеральное правительство по-прежнему очень сильно давит на дроны и на летающие машины, и мы практически не можем в Москве сейчас делать пилотный проект, которые могли бы быть впереди многих стран мира. Например, проект по спасению на водах в Москве, насколько я помню, был реализован раньше, чем где бы то ни было в мире. К сожалению, его пришлось свернуть. И в этом смысле регулирование, умное регулирование, это ключевой элемент глобальной конкуренции. Если мы создаем умное регулирование и используем город как пространство возможностей, то у людей появляется масса возможностей создавать новые бизнесы, новые технологии. И все это, конечно же, делает их не только более применимыми, но и повышает к ним то самое доверие, о котором мы говорили. Потому что сообщества, они тоже хотят, скорее всего, поддерживать, ну, в каком-то смысле, то, что они понимают, то, что им близко. Когда это все будет навязано сверху в последний момент, это всегда вызывает протест. А когда это выросло буквально у них на глазах, это очень важно, и это действительно вызывает очень большое доверие, очень большой интерес, очень большой энтузиазм. Поэтому, мне кажется, для умных городов сейчас открывается такая длинная перспектива глубокой трансформации. Мы вообще вступаем в стадию резкого увеличения размеров городов,
и важности городских экономик как субъекта мировой экономики. В каком-то смысле экономика будущего – это экономика городов. Это экономика тех городов, которые лучше других умеют предоставлять возможности, такие платформенные возможности для предпринимательства, технологического предпринимательства, и выигрывать конкуренцию именно скоростью внедрения и скоростью решений. У Москвы здесь неплохие шансы за счет хорошего научного потенциала, хорошего образовательного потенциала, но нужно ускоряться в части смелости и в части какого-то, может быть, опережающего внедрения технологий. К примеру, первые инфраструктуры для дроновой логистики в Москве появились примерно в то же самое время, как и в Шэньчжэне, в котором компания Yihang экспериментировала со своими дрономатами. Тем не менее, в Шэньчжэне этот эксперимент продолжается, в Москве, к сожалению, он не раскрылся, потому что, опять же, дронам не очень-то рады наши регуляторы. Мне кажется, что если Москва сумеет стать такой вот глобальной площадкой для технологий и быстро для них принимать соответствующее регулирование, то по качеству идей и по качеству технологий Москва сможет быть очень хорошим лидером и точно быть в какой-нибудь мировой тройке не только по, скажем, идеям, но и по массовости их внедрения. Спасибо. Очень короткий вопрос, Евгений. Вы как, так сказать, представитель корпоративного фонда, какое бы направление вы готовы были бы поддержать, направление инноваций в Москве, где вы готовы были бы соинвестировать? Кроме, например, Delivery. Мы уже соинвестируем. Угу. Да, мы уже соинвестируем. Мы соинвестируем в систему управления зданиями и сооружениями. Мы инвестируем в умную медицину. Мы инвестируем в умную логистику. Это уже сделаны наши инвестиции. У нас 11 компаний. Они практически полностью охватывают этот сегмент. Я не делал специальной подборки, сколько процентов наших инвестиций идут в тему Smart City, но, например, в Sustainable Development Goals у нас 61% инвестиций. То есть это как раз именно вопросы обеспечения устойчивости развития, в том числе городов. Поэтому мы полностью в этой теме и готовы в нее дальше вкладывать. Спасибо. Я передаю слово нашему следующему спикеру. Это Роберт Льюис Литтингтон, руководитель отдела городского законодательства ООН «Хабитат». Господин Литтингтон, ООН «Хабитат» известна как значимая гуманитарная организация, которая много сделала для решения вопросов равенства в городах, обеспечения инфраструктурой, услугами. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как дальше должны развиваться умные города в мире и что нужно сделать с точки зрения законодательства в этом отношении? Спасибо. Я конкретно занимаюсь жильем, но отчасти также юридическими вопросами, так что по части государственной политики тоже смогу кое-что сказать. Что касается жилья, я согласен с тем, что говорили предыдущие докладчики. Сейчас будут происходить улучшение качества услуг, будут использоваться более качественные материалы, умные материалы, которые сделают дома более эффективными, позволят решить некоторые проблемы здравоохранения, а также энергосбережения. Оказание базовых услуг тоже сильно изменится в результате внедрения умных технологий. Важно отметить, что изменения происходят не только в верхнем сегменте общества. Эти новые решения будут доступны даже в самых бедных странах мира. Появится доступ к различным правам собственности, основополагающим нуждам. Даже люди с очень невысоким доходом тоже увидят сильные изменения в своей жизни. Так что тут открываются новые возможности в самых разных областях. Теперь, если говорить уже конкретно по моей специальности, каким образом правительство должно реагировать на появление новых технологий? Последние лет 200
Мы наблюдали постоянный процесс технологических изменений, так что к сегодняшнему дню правительства должны были уже более-менее научиться реагировать на эти изменения, на появление новых технологий, появление новых профессий. Так что исторический опыт в этой области у нас уже есть. Нужно понимать, что делают технологии. Тут приводились примеры и с доставкой, и с оказанием медицинских услуг, организацией доступа к разного рода услугам. Здесь везде есть какие-то общие звенья. Очень часто новые технологии позволяют повысить продуктивность, повысить эффективность. Кроме того, появляются возможности для масштабирования. Люди могут осуществлять свою деятельность в гораздо большем масштабе и достигать большего эффекта. Эффект усиливается благодаря применению технологий. Это может быть как хорошо, так и плохо в некоторых случаях. Происходит изменение в инвестиции, меняется структура экономической деятельности. Об этом нужно знать, к этому нужно быть готовым. И иногда, не очень часто, но иногда действительно открываются принципиально новые возможности. Технологии позволяют нам иногда делать какие-то вещи, которые мы уже делаем, но делать их лучше, делать их быстрее. Понятно, что от технологий будет много пользы, но тут есть кое-какие моменты, которых нужно опасаться, остерегаться, о которых нужно помнить. Технологии сильно влияют на распределение богатства, будут сильно менять нашу жизнь. Какие-то профессии исчезнут, какие-то профессии возникнут заново. Такие прецеденты были в истории, когда появление новых технологий не только не приводило к исчезновению профессий, а наоборот, создавало новые профессии, создавало новые рабочие места. Но это всего лишь одно из проявлений того, как происходит распределение богатства. Есть сейчас процветающие компании, которые оказывают какие-то услуги, облегчают эту работу. Они берут небольшую комиссию за оказание своих услуг, но за счет этого происходит перераспределение богатства. Можно, например, использовать какие-то возможности для бизнеса на местном уровне, но сетевое развитие такого бизнеса способно оказать очень сильное воздействие. Еще один феномен — это концентрация. Технология, по крайней мере, на первых этапах, приводит к концентрации власти, влияния в одних руках. И, конечно, тут могут быть какие-то опасные моменты, неоднозначные, скажем так. А в каких-то случаях технологии могут приводить к тому, что какие-то люди, какая-то категория людей оказываются выброшенными за борт, исключенными, не имеющими доступа к каким-то вариантам. Иногда это может даже переходить на уровень города или страны. Если в городах будет развиваться такая инфраструктура, или если города будут ограничены корпоративными интересами, то они не смогут в полной мере воспользоваться всеми благами новых технологий. Важно делать правильный выбор, принимать правильные решения на раннем этапе. Кроме того, важен вопрос интероперабельности. Технологии могут быть очень дорогими, требовать существенных инвестиций. В связи с этим возникают серьезные вопросы по поводу качества управления, по поводу коррупции, по поводу государственного бюджета. Иногда мы наблюдаем тенденцию
начинаются обсуждения вопроса, должен ли город потратить существенные суммы денег на внедрение новых технологий, тут тоже есть определенные опасности. Обычно это происходит очень быстро, и люди ожидают, чтобы новые технологии очень быстро окупились. Ждут быстрого возврата своих средств. Но это не всегда бывает так. Конечно, бывают и исключения. Иногда технологии требуют существенных инвестиций, иногда не очень. Но так или иначе, любой инвестор всегда хочет побыстрее вернуть свои средства. Далее. Я уже говорил о том, что технологии имеют такой усиливающий эффект, и в каких-то случаях они могут усиливать и негативное воздействие тоже. С точки зрения правительства, по крайней мере, мы призываем правительство по всему миру внимательно относиться к новым технологическим решениям, анализировать их внедрение и действовать осмотрительно. Делать это осторожно для того, чтобы это не приводило к нарушению прав человека, не приводило к еще большей дискриминации. Некоторые докладчики сегодня уже отмечали некоторые трудности и опасности, которым может привести внедрение искусственного интеллекта. И тут проблема не в самом искусственном интеллекте как таковом, а в том, как эта технология применяется. Нужно рассмотреть эти вопросы со всех сторон очень внимательно и сделать все от нас зависящее, чтобы действовать здесь осторожно. Кроме того, власти обязаны защищать интересы граждан, обеспечить защиту этих интересов, особенно тех, кто наиболее уязвим, кто сталкивается с самыми большими трудностями, кто не имеет доступа к высоким технологиям, тех, кто не имеет доступа к информации. Об этих людях нужно подумать в первую очередь, чтобы не было никакой дискриминации со стороны отдельных людей или компаний. Ну и, наконец, пожалуй, самое важное, нужно подумать о том, как вдохновлять людей, призывать их. Практически по всему миру у государства есть возможность стимулировать, поощрять развитие. Можно предоставлять гранты на исследования. Есть множество других механизмов, которые можно для этого использовать. Можно создавать возможности для инноваций, стимулировать эти процессы, организовывать конкурсы и так далее и тому подобное. Даже такой простой вопрос, как выдача разрешений на работу, во многих случаях может очень сильно поспособствовать развитию инноваций в стране. Ну и, конечно, нужно всегда стремиться к тому, чтобы все это было направлено в первую очередь на то, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям, тем, кто больше всего в этом нуждается. На протяжении истории мы видели, что часто правительство создавало избыточные нагрузки для новых развивающихся технологий. Но нам нужно использовать новые технологии на благо общества, а не думать о том, как бы вести новые правила, которые ограничивали бы их развитие. Когда мы говорим об информации, часто возникает подобный риск. Скажем, если у вас в каком-то проекте, в какой-то работе участвует много различных сторон. Ну и в заключение я хотел бы сказать,
что государство не очень хорошо умеет и, в принципе, не должно как бы предвосхищать, каким образом события будут развиваться. Мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, как все будет складываться и развиваться. Я часто говорю, знаете, если бы 15 лет назад меня спросили, что я буду покупать дорогущий телефон и буду использовать все его функции, я бы сказал, да вы что, с ума сошли? Да телефон нужен просто для того, чтобы звонить. Но сейчас это полностью изменилось. Я думаю, сейчас все уже к этому привыкли. И если бы мы отдали это на откуп правительству, чтобы оно принимало решение по поводу того, как все должно развиваться, то, конечно, все пошло бы совершенно иначе. Так что у нас есть высокотехнологичные компании, которые развивают инновации, а власти со своей стороны должны создавать для этого возможности, защищать их и давать им возможность приносить пользу обществу. Спасибо. Большое спасибо. Мы уже должны заканчивать. Очень короткий вопрос господину Льюису Литтингтону. Скажите, как вы считаете в отношении того, о чем говорила Аиша, скажем так, о некорректной работе алгоритмов? Нужно ли вводить обязательный аудит того, как работают алгоритмы? Ну, слушайте, я знаю, время у вас закончилось, я буду говорить очень коротко. Я думаю, что не нужно правительству давать такую функцию, оно наломает там дров. Нужно просто посмотреть, какие есть возможности для ошибок, каковы могут быть их последствия, и что можно сделать для того, чтобы их предупредить, и чтобы грамотно реагировать на такие ошибки. А если мы тут введем полный аудит со стороны правительства, мне кажется, это будет не самый эффективный подход. Тут нужно действовать осторожно. Давайте посмотрим, кто же что отвечает, что можно сделать для того, чтобы предупредить эти трудности, и что можно делать, если какая-то ошибка или сбой действительно происходит. Как можно быстро их устранить. Вот и все. Спасибо большое. Я хотела поблагодарить наших спикеров за очень интересную беседу сегодня. Мы нарисовали будущее. Хотелось, наверное, в заключение сказать, что мы говорили о том, что технологии — это в первую очередь средство раскрытия потенциала людей. И когда мы разрабатываем, внедряем технологии, конечно, мы должны думать о том, почему люди будут их использовать, как они будут их использовать и почему эти технологии поднимут благосостояние и счастье людей. Это то, о чем, собственно, наш форум сегодня в Москве. И, наверное, относясь к названию нашей сессии «Сумма инноваций», я бы сказала, что сумма инноваций в умном городе – это сумма выгод всех ключевых стейкхолдеров – граждан, бизнеса и городских властей. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо участникам Форсайт-сессии.